Рождественский гость мой Иисус. Добрый день, мои дорогие друзья, с вами Лидия Савченко, и сегодня я хочу вас познакомить с новой песней. Песня называется «Рождественский гость». Написала ее я в 1994 году, когда мне было 14 лет. Песня мне пришла после прочтения очень интересного рассказа. Я думаю, что многие знакомы с этим рассказом о бедном сапожнике, который очень ждал в гости на Рождество, когда к нему придет Иисус. А вместо этого к нему приходил то бедный странник, то вдова, то сирота. И в конце дня сапожник очень расстроился, и он спросил: «Господь, я так тебя сильно ждал, почему же ты ко мне не пришел?» А Иисус ему сказал, что «Я к тебе приходил, ты мне помог, ты меня одел, ты меня накормил, я был этим сиротой, я был этим странником». И Иисус говорит нам, что когда мы делаем добро меньшим, то мы служим Христу. И, наконец-то, слова этой песни у меня получились. Мне Анечка, моя подруга из Германии, помогла сложить все слова и тему в одно. И я хочу познакомить вас с этой песней. Если вы хотите использовать эту песню в вашей церкви или для сценки, я знаю, что многие в церквах именно делают постановку этого рассказа. Я буду очень благодарна, и пусть будет за все слава Богу. Рождественский гость постучал к нам в окно, усталым, измученным странникам. На улице холодно, мрачно, темно, мы в дом пригласим его. Рождественский гость мой Иисус, я прошу тебя, останься навсегда. Рождественский гость, приди сегодня к нам. Не пройди наш дом, всегда живи ты в нем. Сироты заблестела печаль, не детской горькой слезинкою. Ему распахнем наш дом и сердца, теперь мы одна семья. Рождественский гость мой Иисус, я прошу тебя, останься навсегда. Рождественский гость, приди сегодня к нам. Не пройди наш дом, всегда живи ты в нем. Зажглись огоньки, загорелась звезда, тепло и уютно нам вместе. Сегодня надеждой согреем сердца, поднимем наш взор в небеса.
рождественский гость мой Иисус, я прошу тебя, останься навсегда, рождественский гость, приди сегодня к нам, не пройди наш дом, всегда живи ты в нем, не пройди наш дом, всегда живи ты в нем.